Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – шинный завод. Уважаемые пассажиры, в связи с внесением изменений в Кодекс Москвы об административных правонарушениях 27 июня 2011 года за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в городском пассажирском транспорте установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременный оплату проезда. Остановка «Шинный завод». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Дубровка. Октябрьское трамвайное депо приглашает на работу учеников водителей трамвая 1, 2, 3 класса. Приглашаются слесари по ремонту подвижного состава. Работники депо обеспечиваются бесплатным проездом на наземном пассажирском транспорте с оплатой с постоянной индексацией. Телефон отдела кадров 678-64. Остановка – станция метро Дубровка. Уважаемые пассажиры, заблаговременно готовьтесь к выходу. При выходе из вагона не забывайте свои вещи, а о вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Осторожно, двери закрываются, следующая, вторая.